одному великому оркестру, это оркестр Бенни Гудмана, который был создан несколько раньше оркестра Глен Миллера. Расцвет Глен Миллера с 38 по 40, по 41, а расцвет Бенни Гудмана с 35-36 года. И это был первый джазовый оркестр, который появился в Карнеги-холле. Карнеги-холл – это было прибежище только суперклассических музыкантов. И в 37 году состоялся такой концерт, который произвел ошеломительное впечатление. И с этого времени, в общем, джазовые оркестры завоевали залы, серьезные залы. Пьеса из репертуара оркестра Бенни Гудмана, написал ее Фэтс Уоллер, и называется она «Ворованные яблочки».
заслуженный оркестр России Иван Волков. И Ростислав Костюков.